Привет, мои хорошие друзья и гости моего канала. Сегодня у нас неподражаемая вкусная рыбка патасу. Путасу. Всем приятного аппетита. У меня сегодня, друзья, на сыворотке хлебушек здесь. Ноздрятеньких. Лук, естественно, побольше нарезала я. И помидорки. С сачком помидорки. Видите? Ой, для аппетиту. У нас утро, друзья. 9:30. Ой, еще один кусок взяла. Вкусно-вкусно. Это я вчера пожарила. Это как у Болтушки. Как не зайдешь к ней, у нее скумбрия с картошкой. Как не зайдешь к ней, у нее селедка с картошкой. А правда? А мама, ну ты мне не даешь, Барсик. Не дает мне мама. Не стыди меня, мама. Не дай мне, пожалуйста, мама. Ну, кусочек рыбки. Взрослый какой стал, да, друзья? Ну, он еще подросток, но уже. Ну, иди, мой сладенький, иди, иди. За стол вот так встал, лапки. Держится за стол и смотрит. Нас тепло на улице, друзья. Ну, может быть, градусов 10-12, вот так. Тепло. Хвостики я им оставляю. Ну, не хвостик, чуть побольше, и головы я им оставляю. Барсик, подожди. И Томас здесь, все здесь, вот так кушать, с кошками жить. Все вот они здесь. Ой, помидорки вкусные. Этот хлеб у меня на сыворотке. Вкусный-вкусный. Видите, крупная. Ну, как крупная? Ну, больше, чем моего.
Сейчас села к вам. А когда я была у тети Зои, Томас, они не голодные, друзья, я их накормила. Корм, все, наелись они. Ну, рыба, дай рыба. Угу. И была у нее, рассказала ей историю. Давнюю. Думаю, ой, глянь. Что-то, говорю, я на видео, говорю, нашим, говорю, зрителям, говорю, не рассказывала эту историю. Сейчас пришла, собралась, думаю, глянь, какую же историю хотел сказать. Тут у голову все изломал, не могу вспомнить. Ну, надо бы, конечно, звякнуть ей, спросить у нее, что за историю я рассказала, но забыла. Не то, что забыла, не стала тревожить. Думаю, может, человек отдыхает. Она мне на сегодня говорила, приди ко мне. Розы накрыть. Не знаю, как вы. Рыбка вкусная. Как я вам уже говорил, я не мясная. Помню, что есть мясо, что нету. А это полезное. Она усваивается хорошо. Из организма выходит хорошо. А ну-ка, друг, я скоро ремень куплю для тебя. Вкуснота. Ой. Сейчас пойду на берег схожу. Все-таки у меня идея появилась, думаю, схожу на берег. Пока льда нету. Морозов нет, тепло. Опасно, но. Наглеть уже начинает. Я уже хлеб вчера взяла. Мягкий, он до сих пор мягкий. Две буханки.
Стоять. Я сейчас с утра холодильник мыла. Я уже какой день смотрю на него внутри. И он у меня там грязноватый. Думаю, ой, Таня, когда у тебя руки дойдут? Мой. И сегодня встала я. Кастрюльку вымыла. То-то-то все. Так, думаю, пока разгорячилась, пока вся в работе. Пошла в холодильник, вымыла все. Вылезала. Блестить. Сегодня у меня плечо болело ночью. Вчера копала, позавчера копала. Ну, сегодня оно у меня побаливало. Друзьяночки.